В этом году жители Хабаровского края ощутили на себе всю мощь и безжалостность стихии. Река Амур, выйдя из берегов, лишила крова почти 20 тысяч человек. Люди, живущие в многоэтажках, неделями не выходили на улицы. Ни один регион не остался в стороне. Каждый уважающий себя волонтер отправился на Дальний Восток с целью помочь, чем сможет. На строительство песчаных баррикад были брошены солдаты-срочники. Но в первую очередь жителям Хабаровского края была необходима помощь профессионалов. Сотрудники Рязанской областной аварийно-спасательной службы наряду со своими коллегами из других регионов в срочном порядке отправились в затопленные населенные пункты. Здравствуйте, в эфире программа «7 минут». Сегодня у нас в гостях Роман Бурмистров, начальник аварийно-спасательной службы Рязанской областной противопожарно-спасательной службы. Здравствуйте, Роман Геннадьевич. Здравствуйте. В этом году вы посетили Амурскую область. Скажите, пожалуйста, в каких населенных пунктах вы находились, работали, чем занимались и какая обстановка была на тот момент, когда вы там присутствовали? Значит, 16 августа этого года мы прибыли в город Благовещенск, где-то ориентировочно в 4 утра, и сводный отряд от Рязанской области, который прибыл на ликвидацию последствий наводнения, разделили на три группы по 7 человек, соответственно, направили в 3 населенных пункта, которые находятся под Благовещенском, ну, где-то на расстоянии, там, порядка 200 километров. Значит, одна наша группа была в населенном пункте Журавлевка на погранзаставе, вторая в населенном пункте Дим и третья в населенном пункте Чесноково. Значит, все три группы, которые попали в эти населенные пункты, по прибытию сразу, в общем-то, включились в работу, потому что обстановка, которая была на тот момент в этих населенных пунктах, была достаточно напряженная. Например, в населенном пункте Журавлевка погранзаставу отрезала от большой земли водой, она получилась как на острове, и буквально там с первых минут наши спасатели начали строить дамбу, которая в итоге и спасла эту погранзаставу, то есть предотвратила ее затопление. И, соответственно, ущерб, там, нанесенный этим наводнением на погранзаставе, был минимальный. Значит, в населенном пункте Дим по прибытии группа приступила к эвакуации людей из затопленных домов. Ну и, соответственно, то же самое было в населенном пункте Чесноково. Работали там практически круглые сутки, пока вода не стала уходить в Амуре. Людям, которые остались в затопленных домах, развозили еду, воду. По мере того, как уходила вода, мы откачивали помпу, ну, первоначально со школ, потому что это был конец августа, и на носу был 1 сентября. То есть надо, чтобы дети пошли там в школы, в детские сады. Вот. Контролировали уровень подъема воды в Амуре, на берегу которого стоят эти населенные пункты. Ну, а после того, как вода стала активно уходить, расчищали дороги, улицы от того мусора, который вода принесла, меняли утепление теплотрасс, в общем, выполняли такие работы. На ваших участках вода быстро ушла? Вы знаете, на наших участках вода сначала остановила свой подъем, потом начала уходить где-то по 5-10 сантиметров, и где-то через 2 недели она стала уходить уже по 50-70 сантиметров в сутки. Значит, после того, когда обстановка в наших населенных пунктах, где мы были, нормализовалась, нас отправили в Комсомольск-на-Амуре. Значит, в Комсомольске-на-Амуре мы активно работали там в драмтеатре. То есть там пошли грунтовые воды в подвал драмтеатра. А в подвале находились огромные электродвигатели, которые там нужны были для работа этого театра, там, видимо, вентиляция, там, декорации сцены, там двигали все. То есть не было у работников театра физической возможности эти двигатели оттуда демонтировать. Ну и чтобы их не затопило, наверное, около 2 суток там работали наши спасатели с помпами, то есть круглосуточно откачивали воду, но тем самым уберегли. Ну, потом было бы дороже восстановить, все правильно. А после Комсомольска-на-Амуре нас отправили в Хабаровск, где мы попали в резерв. Там была создана резервная группировка, где находились наши рязанские спасатели, московские спасатели. Ну, к счастью, вот в Хабаровске наши руки не пригодились, к счастью.
После чего мы убыли в Рязань. Роман Геннадьевич, вот расскажите о буднях людей. Как они передвигались по городу, если вода высоко поднималась? Вообще, вот кто им помогал? Ну, вы знаете, вот как такового ажиотажа какого-то там или паники в тех населенных пунктах, где мы были, во всяком случае, я вот за них могу говорить, ну, у людей не было. Потому что работала и местная администрация, главы администрации вот, населенных пунктов, и администрация тех районов, где мы были, в общем-то, и, как я потом узнал, проводились тренировки по эвакуации людей. Вот. На месте работали сотрудники полиции очень активно, вот, спасатели работали, представители Министерства обороны. Ну, то есть, понятно, что эта ситуация эта вся для людей была неприятная, и, в общем-то, они все переживали, потому что там имущество свое, там огороды, осень как раз надо, там урожай спасать. Но, тем не менее, в общем-то, и администрация, и местные жители, у кого были лодки, тут помогал лодками, то есть, там друг другу помогали все. Нормально, адекватно на все реагировали. То есть, поддержка властей не только местных поселений, но и региональных, она присутствовала? Конечно, без этого там было тяжело. Насколько она активно принимала участие? Ну, вы знаете, в этих населенных пунктах, во всяком случае, где мы были, это вот Михайловский район и Архаринский район, не только главы районов, но и главы на местах помогали и продуктами, и бензином для наших бензоагрегатов, потому что лететь за 8 тысяч километров нас в самолет с бензином не пустили. Но это согласно технике безопасности. Поэтому для обеспечения тех же самых вот наших работ, это и лодочные моторы, и помпы, и бензопилы. То есть нужен бензин. То есть глава администрации без проблем. Эти вопросы решали на местах. То есть с этим ни с чем мы там не ощущали проблем. Соответственно, люди, видя это, что и глава у них на месте работает, и спасатели, в общем-то, активно работают. Некоторые даже помогали. Может быть, был какой-то случай, который вам особенно запомнился? Ну, знаете, там эти все случаи, они запоминаются все особо. Ну, вот, например, у нас в поселке Чесноково в пункте временного размещения в соответствующее время не пришла семья. В общем, достаточно пожилые люди. Глава администрации приехал к нам на базу ночью уже. Ну, и мы ночью их в итоге нашли в незнакомой местности, в общем-то. Чисто случайно? Ну, нет, почему? На все вот эти работы, которые мы выполняем, мы же в течение года проводим подготовку спасателей, есть план профессиональной подготовки, на что, кстати говоря, наше руководство обращает очень серьезное внимание. Вот. И все эти вопросы, ну не только эти, но и другие, они в плане подготовки отражены. В общем-то, спасатели и тренировки проводят, и занятия. То есть мы к этому готовы, в общем. Роман Геннадьевич, вот последний вопрос у меня к вам будет. Пострадали же от наводнений не только люди, но и животные. Как они адаптировались? Ну, животные, которые кошечки, собачки, они были подняты на чердаки домов, на крыше. А у кого был большой скот, это, в общем-то, собирались они в стада. Вот, например, в Чесноково там мальчики, ну, где-то порядка, там, наверное, 15-16 лет на лошадях. Они, в общем-то, это стадо пасли, охраняли. Там были коровы, лошади. Ну, а вот мелкий, более мелкий такой домашний скот, это все было поднято на чердаке. Угу. Ну, спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам в гости. В гостях у нас сегодня был Роман Бурмистров. Это была программа «7 минут». Всего хорошего, скоро увидимся.